Столичные театры начали новый сезон. Тысячи довольных зрителей, громкие премьеры, знакомые фамилии любимых актеров. Все это стандартный набор для любой уважающей себя московской сцены. Но для одной из них этот сезон особенный. 1 октября свой вековой юбилей отметил Московский академический театр сатиры. И сегодня мы увидим, чем и как живет один из старейших театров столицы нашей необъятной родины. Кстати, первые овации в здании на Триумфальной прозвучали еще до появления здесь театра. До 20-х годов прошлого века здесь был цирк братьев Никитиных. Внешне о нем напоминает красивейший купол на крыше. Ну а сегодня, прямо под ним, чердак театра сатиры. Так здесь называют малую сцену. Когда-то здесь было репетиционное пространство, однако много лет назад Асен Анатольевич Ширвинд обратился к Валентину Николаевичу Плучику, тогда возглавлявшему театр сатиры, с предложением сделать из этого пространства еще один зрительный зал. А это основная историческая сцена театра сатиры, основной зрительный зал, который вмещает 1200 человек. Вот сижу я и представляю, как когда-то на эту сцену выходили звезды, великие артисты русского театра и кино. Антон Дмитриевич Папанов, Спартак Васильевич Мишулин, Михаил Михайлович Державин. И на душе становится тепло. И спектакли, которые остались в наследство от этих великих актеров и режиссеров, с успехом идут в театре сатиры и сегодня. Например, в день нашей съемки на сцене «Слишком женатый таксист» в постановке Александра Анатольевича Ширвинда. Это сон или не сон? А вот он таксист! Таксиста! Правда, не забывают здесь и о премьерах. У нас их много, у нас их будет 9, но я остановлюсь на 3 из них. Конечно, это столетие нашего театра, столетие сатиры. Это век сатиры или театральное безумство в сердце Москвы. В этом спектакле будут заняты все артисты театра. Второе, конечно, 1 ноября у нас будет «Игроки». Причем в таком, с одной стороны, классическом, с другой стороны, очень современном прочтении. И мы готовим к 80-летию нашей победы. В бой идут одни старики. Я, конечно, вас приглашаю, но не уверен, что вы сумеете достать билеты. А так приходите, мы вас ждем. Залог успеха любого спектакля – непревзойденное сценическое решение оного. В Московском академическом театре сатиры есть собственный декорационный цех, где создают эксклюзивный реквизит, бутафорию и, конечно же, макеты сценографии спектаклей. С помощью этих макетов каждый зритель сможет познакомиться и с историей театра, и с историей спектакля, а также с уникальными, удивительными творцами, работавшими здесь, в театре сатиры. И про некоторых из них поговорим персонально. Для этого идем дальше, в закулисье. Тут от посторонних глаз скрыты, в общем-то, будничные вещи для театра. Для нас же это редчайший шанс увидеть гримерки артистов. Вот в этой комнате когда-то гримировалась народная артистка Советского Союза, блестящая русская актриса Вера Кузьминична Васильева. Сегодня эту грим-уборную занимает выдающаяся русская актриса, заслуженная артистка России Нина Григорьевна Корниенко. Именно она исполняла роль Сюзан в легендарном спектакле «Безумный день» или «Женитьба Фигаро» и была бессменной партнершей великого русского актера, народного артиста РСФСР Андрея Александровича Миронова. В его гримерке этажом выше сегодня хранятся вещи, напоминающие о жизни и творчестве этого удивительного артиста. Вот эта атрибутика являлась частью сценического решения того самого легендарного спектакля «Безумный день» или «Женитьба Фигаро». Попасть в гримерку Андрея Александровича Миронова, да и вообще пройти весь наш сегодняшний путь, можете и вы, сходив на экскурсию «Век сатиры». Как на нее попасть, подробно описано на сайте Театра сатиры. Там же афиша и билеты на спектакли. Если вы хотите оказаться в самом центре событий театральной Москвы, ваш путь всенепременно должен пролегать через Московский академический театр сатиры. Ведь именно здесь у вас есть уникальный шанс познакомиться с истинными шедеврами высокого русского театрального искусства. Добро пожаловать и до встречи!